Много работая в терапии с очень успешными, яркими, талантливыми людьми, я заметила один общий момент, который есть в биографии этих людей. Это достаточно сложное, травматичное отношение с матерью. Часто это дети матерей с пограничным расстройством личности, то есть дети, которые в раннем опыте столкнулись с очень сложными психическими состояниями своих матерей. И это образовало у них внутри такую дыру, дыру, которая заполнилась тревогой, страхом, чувством непостоянства, чувством нестабильности, чувством стыда, вины, ярости, зависти и другими такими сложными состояниями. Но эта дыра одновременно являлась для них и является для них дверью, через которую входит их гениальность, их талант, их яркость, за счет чего они могут проявляться успешно в жизни. И вот эта внутренняя алхимия, внутреннее превращение материнской травмы в личную гениальность, это то, что меня всегда восхищало, и это то, что я тщательно исследовала, да, в этих людях, как они сделали это превращение, за счет чего это получилось, какие ресурсы психические, да, помогли это сделать. И свой опыт, также ту теоретическую базу, которую я изучила, я собрала в программе для психологов. Это тренингово-образовательная программа по исцелению, по работе с материнской травмой, по исцелению материнской травмы. Программа подойдет как психологам, кто работает с клиентами, так и тем, кто глубоко увлекается психологией и хочет проработать свои отношения с матерью.